Спустя 2 года ожидания в Уфе подходит к концу строительство нового моста вставки через реку Белая. Об этом сообщил Сергей Греков на совещании в администрации города. Точная дата открытия моста неизвестна. Известно ли, что движение запустят после всех технических испытаний? Буквально остались считанные дни до момента, когда мы его откроем. И пассажиропоток, автомобильный поток пойдет из города в сторону аэропорта именно по этому мосту вставки. Сегодня мы понимаем, что основной поток автомобилей идет именно в этом направлении. Порядка 125 тысяч автомобилей проходит в день по этому мосту. Напомним, что строительство нового моста обошлось городу порядка 3,5 миллиардов рублей. Часть денег была взята из городского бюджета, часть из республиканского. По контракту все работы должны закончиться 15 декабря этого года. Но, видимо, городские власти планируют это сделать раньше. Другими объектами не все так гладко. Несмотря на то, что по улице Комсомольской уже можно проехать, не на всех участках есть освещение. Объекты необходимо сдавать комплексно. То есть, если мы дорогу открыли, значит, освещение на ней должно быть. Я сейчас говорю про улицу Комсомольская. Улица открыта, на некоторых участках освещения до сих пор нету. Это очень и очень небезопасно, Константин Павлович. На следующей неделе прошу вас доложить на нашей оперативке о том, когда будет подключено. Не можем мы эксплуатировать улицу, да, пускать движение, пускать пешеходов по этой улице, когда освещения нету. Очень сейчас день сокращается, и утренние часы, там, когда дети идут в школу, или вечерние часы, там, в общем-то, освещение уже должно быть. В итоге один из самых известных долгостроев города должны сдать к 20 ноября, как и улицу 8 марта, на которой также идет реконструкция. Работы на бульваре Хадии Давлетшиной и на улице Галя завершат до конца октября.